Парад. Смирно. Равнение на флаг Российской Федерации. Это традиционное мероприятие физической такой направленности, как соревнования, которые проводятся в честь или в память о сотрудниках, погибших при исполнении служебных обязанностей. В преддверии празднования 80-летия ГИБДД решили провести такое мероприятие, чтобы люди, которые участвовали своей игрой, могли вспомнить тех, которые стоял на страже дорог и погиб при исполнении служебных обязанностей. Это память. Ничего уже не остается, как только чтить их память, помнить их, вспоминать добрыми словами, собираться. К тому же это общение, игровой опыт. Сегодня они отыграют по две игры, завтра будут играть оставшиеся игры под группу. Предпочтение я отдаю более сильным командам, это команда ФСБ и команда УГИБДД. Мы начинаем серию определенных мероприятий. Впереди у нас и мероприятие, которое называется «Автоледи». Мы решили начать с соревнований, которые бы символизировали, что люди, которые внесли огромный вклад в безопасность дорожного движения, мы при этом погибли, что мы их тоже не забыли.